Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Испирь», и сегодня мы будем читать восьмую главу этой книги. «В тот день царь Артаксерс отдал царице Испирь дом Амана, врага иудеев, а Мардахей – «Вошел пред лицо царя, ибо Исфирь объявила, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мордохею. Исфирь же поставила Мордохея смотрителем над домом». То есть Исфирь объявила что он для нее, имеется в виду, для нее значит, Мардахей. Он ее э, приемный отец, он ее учитель, воспитатель, э, который э, с юных э, лет заботится о ней, о дне ее детства и юности. Рабан Мавр, древнехристианский экзегет, в своем толковании на книгу «Исфирь» пишет, то обстоятельство, что царь Ахаш Ферош отдал царице Испирь дом Амана, врага иудеев, ясно обозначает, что истинный царь и Господь наш передал Святой Церкви все достоинство и всю честь, которые прежде народ имел от знания закона и пророков и исполнения религиозного культа, ибо он отверг, то есть еврейский народ, который жил по закону и порокам, ибо он, то есть этот народ, отверг приход воплотей посредника между Богом и человеками и не захотел принять Евангелие. А Церковь оказалась в состоянии овладеть всеми духовными богатствами и стать э, самым э, честным стражем всякой добродетели. Вот в притчах написано, богатство грешника сберегается для праведника. Но ну, а богатство еврейского народа – это, конечно, закон, пророки и Писание. И Господь говорит самим иудеям в Евангелии, «Потому сказываю вам, что отнимается от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». И опять же через Соломона говорится, добрый приобретает благоволение от Господа. Конец цитаты. Итак, Мардахей занимает теперь положение Амана, как апостольская церковь распространилась по всему миру. И хотя вначале римские императоры гнали церковь, было 10 основных гонений, а уже в IV веке римские императоры стали преклонять колено перед знаком креста Господня. И далее мы читаем третий стих ниже. «И продолжала Испирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана, фугиянина, и замысел его, которую он замыслил против иудеев. И простер царь к свирь, золотой скипетр, и поднялась Исфирь и стала пред лицом царя. И сказала, если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо дело сие пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, что возвращены были письма по замыслу Амана, сына Ама Дафа, а Фугиянина, написанное им об истреблении иудеев во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих. А проблема заключается в том, что Аман уже разослал вот эти письма, указы. И на каждом письме он сделал а, отпечаток печати царя от его перстня, то есть заверил, что это решение самого царя. И надо остановить этот а, процесс, потому что механизм уже запущен, а государство, любое государство, это очень такой а, неуклюжий механизм, его остановить бывает достаточно сложно, если он работает не в том направлении. Как сказано в книге Экклесиаста, бывает время, когда человек управляет человеком во вред ему. И сказал царь Артаксеркс, царице Эсфири и Мордахею, иудеянину, вот я дом Амана отдал Исфири. Дом на еврейском это бейт. Бейт это прежде всего дом учения. И еще а, Ной предсказал, что Иофет, а христиане в основном происходят от Иофета, войдет в шатры Сима. И а, от Сима происходит еврейский народ. И вот мы, христиане, как раз вошли в шатры. А, Сима, а шатер Сима – это Бейт Танах, то есть дом ветхозаветного писания. Танах – это аббревиатура слов Тора, Набиим Катубим, то есть закон, пророки и писание. И то, что Мардахей поселился в этом доме Амана, это как бы замещение одного правителя другим. И сказал царь Артаксеркс царице Исфире и Мардахею и вот я дом Амана отдал Эсфире и его самого, то есть Амана повесили на дереве за то, что он налагал э, руку свою на иудеев. А слово «иудеи» в данном контексте означает навосхваляющий Бога, ибо слово иудея означает восхваление Бога. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно от имени царя и скрепите царским перстнем, ибо письма, ибо письма, письма, написанного от имени царя скрепленного перстнем царским, нельзя изменить, а теперь этот перстень уже не на руке Амана, а на руке э, Мордахея. И э, позваны были тогда царские песцы в третий месяц, то есть в месяц э, Сиван, в 23-й день его, и написано было все так, как приказал Мордахей к иудеям и к сатрапам, и области начальникам, и правителям областей от Индии до Эфиопии 127 областей в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его и к иудеям письменами их и на языке их. То есть каждому народу писалось на том языке, на котором они говорили. Написал он от имени царя Артаксеркса и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на трумадерах и мулах царских. А почему здесь такое уточнение? Надо было спешить. Потому что от Индии до Эфиопии, от Индии до Африки, надо было всем сообщить во все эти 127 областей, что царь издал новый указ, чтобы остановить геноцид еврейского народа. И надо было сообщить о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними. Детей, жен имение их разграбить в один день по всем областям царя Артаксерса, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара. Люди имеют право на самозащиту. Люди имеют право, когда есть угроза э, над их жизнью, над жизнью их родных и близких, взять в руки оружие и обороняться. А далее приводится по тексту Септуагенты второе письмо Артаксеркса. Оно не входит как бы в канонический текст. И далее мы читаем 13 стих. Список всего указа отдать в каждую область как закон, объявляемый для всех народов, чтобы иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим гонцы поехавшие верхом на быстрых конях царских вот опять подчеркивается необходимость быстро донести эти новые указы погнали скоро и поспешно с царским повелением объявлен был указ и в сузах престольном городе Конечно, трудно представить, какую радость испытали все эти люди, которые уже от Индии до Эфиопии пребывали в страхе грядущей смерти, некуда было бежать, собственно говоря, особенно тем, которые были как бы посередине этой империи. И вдруг неожиданная радость. И Мордахей вышел от царя, он должен поделиться этой радостью своим народом. И Мардахей вышел от царя в царском одеянии янта яхонтового и белого цвета и в большом золотом венце и в мантии весонной и пурпуровой и город Сузы возвеселился и возрадовался. Они увидели э, достоинство Мардахея, что теперь он этот праведный человек. Который почитает только Бога и царя, как сказано Богу Бойся, царя чти, Он занял свое достойное положение. И город Сузы возвеселился и возрадовался, а у иудеев было тогда освещение и радость то есть они зажигали такие фонари, и веселье, и торжество, и во всякой области, и во всяком городе во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день, то есть то, что называется Пурим. И многие из народов страны сделались иудеями. Что значит сделались иудеями? В то время иудеи это, это не означало нация. Слово иудеи не означало нация. Это восхваляющий Бога который принимает единобожие, веру Авраама, Исаака и Иакова. Собственно говоря, понятие «иудеи» становится понятием, тождественным понятием нации, ну, наверное, в средневековый период. А тогда это все верующие в единого Бога. И во всякой области, во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя, и указ его «Была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день, и многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх пред иудеями». На самом деле они стали евреями, потому что слово «еврей» тоже не означает а, национальность. Изначальный смысл слова «еврей» — это человек, перешедший Ефрат, то есть который оставляет языческий мир без и переходит Ифрат, так что весь мир по другую сторону реки, а он по другую сторону реки. То есть он не принимает языческую идеологию, он противостоит заблуждениям многобожества и исповедует веру в единого Бога, Творца, Неба. izin